ли крыловидные – самый народный инструмент, без которого на Руси не обходился ни один праздник? Как, впрочем, сложно представить славян и без хороводов, песен и сказок. На традиционную самарскую вечерку в этот раз добрался настоящий Иван-царевич из Белоруссии. В миру Георгий Левшунов колесит по нашей стране и на своих семинарах рассказывает, что каждому человеку по силам устроить свою жизнь, как в сказке. Вечерки нужны для того, чтобы люди снова стали здоровыми, счастливыми и богатыми. Ведь раньше у наших предков было по 10 детей, а сегодня еле одного рожают. Очень важно, что в нашей культуре есть и народные танцы, и игры, и хороводы, и молодецкие забавы, и махание шашками. И все это надо возрождать сейчас для того, чтобы мы стали снова сильными и могучими. Сильные, могучие молодцы, скромные и нарядные девицы, дети и взрослые. Не было тех, кто равнодушно отсиживался по углам. Понравилась девка, смело приглашая в хоровод. Главная задача вечерки – рассказать молодежи о правильных семейных ценностях, показать, как наши предки знакомились и развлекались. Я думаю, что у кого нет пары, обязательно такое мероприятие поможет найти пару. И причем создаться не обычная семья, а счастливая, с видом на счастливое будущее. Во всех играх и хороводах это смотреть друг другу в глаза, смотреть в глаза проходящие мимо, для того, чтобы создать единый дух, дух, который поведет тебя в хоровод, в танец, в песню или в такую другую игру, может быть, даже целовальную. Но предварительным подсчетом эту самарскую вечерку областную посетило почти 200 человек. Юлия Чернеева, Максим Гусев. События.